Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня проблема. Проблема с Wi-Fi на iPhone 5C. Будем менять. Будем менять Wi-Fi. Снимать будем с донора. Вот, донором у нас сегодня будет системная плата iPhone 5s, Wi-Fi модем будем снимать вот отсюда. Итак, устанавливаем. Я уже снимал процессор отсюда. Устанавливаем зажим. Ставим на нагреватель плат. Температура 180 градусов. 180-190 я ставлю.
Ну вот, осталось ее накатать. Схема готова. Ставить. Итак, разбираем телефон, снимаем системную плату. Оставайтесь с нами. После паузы продолжим.
Итак, друзья, перемещаюсь под микроскоп. Очень неудобно без микроскопа работать. Вот. Сниму полностью весь компаунд. У меня осталось здесь вот самая сложная часть. Вот. Ну и тут между контактами. После этого продолжим снимать. Итак, я снял компаунд. Очищаем оплеткой. Все, в принципе, можно ставить. Кстати, телефон после удара согнутый, защитный экран, возможно, это явилось причиной неработающего Wi-Fi. Вот. Возможно. Добавляем флюс. Сто 180 градусов, напоминаю. Температура нагревателя плат. Фен 280. Я считаю, достаточно. Вот так получилось. Вставляем, проверяем. Салам алейкум. Кому стая за ману? Алейкум салам, тоже я? Bien,
Quiero uno ahora mismo. Sí, ahora, ahora. Ajá. Vale, ¿cuánto vale? Включаем телефон. Как видите, Wi-Fi заработал. Давайте введем код. Все отлично. Все работает. Всем спасибо за внимание. Я Дов. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Всем хорошего дня. До новых встреч.